человека. Городские власти и работники сферы образования, культуры и спорта приложили максимум усилий, чтобы за летние каникулы юные ленинск-кузнечане отдохнули как можно лучше, поправили здоровье, получили максимум ярких впечатлений. В этом сезоне в городе летний отдых был организован в 13 пришкольных лагерях и одном лагере труда и отдыха, в 3 палаточных лагерях и в оздоровительном центре «Уголек». На организацию отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Ленинск-Кузнецком городском округе в 2023 году из всех источников финансирования было затрачено около 18 миллионов рублей. В том числе средства бюджета субъектов Российской Федерации – почти 6,5 миллионов рублей, средства муниципального бюджета – 4 миллиона 387 тысяч, средства родителей законных представителей – 4 миллиона 320 тысяч рублей, средства предприятий и организаций – почти 2,5 миллиона рублей. Объем финансовых средств муниципального бюджета, направленных на организацию отдыха детей и их оздоровления, находящихся в трудной жизненной ситуации, составляет почти 2 миллиона 700. В течение 3 летних месяцев в 13 лагерях дневного пребывания отдохнули 1300 детей. В загородном центре «Уголек» за 5 смен отдохнуло 1033 ребенка. В 3 палаточных лагерях побывало 105 детей. Лагерь труда и отдыха посещали еще 240 подростков. Всего в организации отдыха детей и подростков отдохнуло 2678 детей. Из них, находящихся в жизненно трудной ситуации, 526 ребят. В Ленинск-Кузнецком городском округе на различных видах профилактического учета состоит 201 несовершеннолетний. Все они в летний период были заняты различными видами досуговой деятельности. 70 из них отдохнули в организациях отдыха и оздоровления. Кроме того, в городе летом активно работали дворовые, игровые и спортивные площадки. Занятия с детьми проводили вожатые, тренеры и инструкторы. В общей сложности на площадках побывало более 5500 девчонок и мальчишек. Было проведено 712 мероприятий, экскурсий, встреч с интересными людьми. По итогам летней оздоровительной кампании различными видами отдыха было охвачено более 12500 ленинск-кузнецких школьников, в том числе 86 детей, участников СФО. Галина Лина, Павел Желтиков, Реа Ленинск.